Всем здорово, пацаны, с вами Эван, и моему каналу исполнилось 1 год. Что изменилось, я вам сейчас расскажу. Поехали. Swag, bitch. Так, вы, наверное, захотели поинтересоваться, что же пошло за этот год. Ну, давайте первое. Первый видос вышел у меня на канале 6 июля вышел. Время не буду говорить, он набрал очень мало просмотров. Но он, конечно, не первый, я вам так скажу, потому что перед этим у меня были видосы, но я их скрыл, потому что они мне не нравятся. Что у нас изменилось? Изменилось качество видео. Ну, качество, да, контент там разный, интересненький, более интересный. Стримчики появились на канале, конкурсы, розыгрыши. Сейчас вам расскажу подробнее о конкурсах. На моем канале прошло около 7 конкурсов. Суммарно разыгралось 20 миллионов. И сейчас проходит конкурс на 2 миллиона. Расскажу вам, короче, что итоги будут данного конкурса. Будут 12 июля на мой день рождения, где-то в 2 или в 3 часа дня. Так что 23 часа дня, 12 июля, жду вас всех на своем канале, будем разыгрывать тачечки. Вернее, не тачечки, а денежку, и покатаемся с вами. Можете меня поздравить потом с днем рождения. Дальше. На данный момент мой канал начисляет 667 подписчиков. Я хотел, чтобы через год у меня было 1 косарь, это как минимум. Ну, а так бы больше, ну хотя бы 800 подписчиков. Ну, у меня только 600. Но я надеюсь, мы будем развиваться дальше. Если вы хотите, чтобы я быстрее вылаживал серию, потому что последняя серия набрала у меня 50 просмотров. Это для моего канала очень мало, и у меня просто дыхание второе, можно сказать, пропало, и мне тупо уже неинтересно собирать, снимать ролики. Так что если под этим видосом наберется 15 лайков, сразу же выходит следующий видос. Так что жду вас, от вас 15 лайков, а вы ждите от меня новый видос. Так, также у меня есть популярные видосы, которые набрали очень дофига просмотров. Самый большой просмотр набрал это видос «Как заработать денег на смотрим.та». Там я рассказываю, сколько, на какой работе можно заработать. Не очень качественно его смонтировал, думал, вообще просмотров не будет, но создал такой как мини-топчик. И, короче, набрал данный видос 16 700 просмотров. 16 тысяч, это, капец, как я думал, максимум аж 500 просмотров наберет. Набрал он, конечно же, 225 лайков. Это самое большое количество, что мог набрать мой канал. Также второй видос по популярности уже не такой уж популярный, на 16 тысяч, не 10, не 5, а 2000, ну почти 2000, 1800 просмотров, это 12 способов заработка на смотре. Потом 1100 просмотров набрал видос топ-6 отстойных авто на смотре, да, словил, короче, там тупо очень много хейта, но мне как-то пофиг. Дальше видосик это можно ли выпадут ли типа топ номера с автосалона, там где я покупал с моим дружбаном Сливу на БУ, вернее на БУ, а в автосалоне, и смотрел, какие номера мне выпадут. Это такой интересненький видосик, набрал 1000 просмотров. Также я снял гараж админа на первом сервере, он мне набрал 900 просмотров. Такие у меня самые популярные ролики, 5 роликов. Не знаю, на смотре я хз, или играть, или не играть, мне уже там чисто неинтересно вообще. На Редмире, конечно, хотел бы поиграть, но тупо Редмир никто не смотрит, не заходят ролики. Все более-менее смотрят, смотрю, а вот Редмир никто не смотрит, вот это обидно. Также хочу вас пригласить, ну я уже говорил, на сегодня день рождения 12 июля, на 2, на 3, где-то на 2, да, на 2 будет часа дня. Стримчик такой мини, разыграем 2 миллиона, по возможности можем еще что-то разыграть, поиграем. 15 лукасов, сразу же следующая серия. На этом все, спасибо, что смотрели данный видос, всем удачи, пацаны, и всем пока.